Per noi sono importanti le differenze, per cui il concetto di pecora nera, quindi black sheep, quindi di qualcuno che è messo e considerato ai margini, invece per noi è importante, perché per noi le differenze sono dei valori e non dei limiti. Quindi la possibilità di esprimersi e di esprimere quello che ognuno di noi ha in modi diversi, ognuno a modo proprio, è il concetto del brand, quello di essere una specie di contenitore di idee portate da persone diverse e, perché no, in modi diversi. Io le vedo in un modo, i ragazzi possono vederle in un altro, ma il concetto deve essere quello di base del differente dagli altri. Delle differenze possono essere culturali, paese, di qualsiasi tipo. È quello del sentirsi diverso, ma non per questo esprimerlo.
сложно всем дизайнерам, потому что кому-то не хватило опыта, кому-то терпения. Продолжительность конкурса около 3 месяцев. И я думаю, что не все дизайнеры смогли позволить себе в такое время, чтобы готовиться, следовать всем конкурсным заданиям и действительно подготовить качественные, полноценные коллекции, которые будут представлены широкой аудитории, а также компетентному жюри. Победителя выбирать было сложно, потому что общий уровень коллекции, общепрофессиональный уровень представленных коллекций был высокий. И это всегда сложно, когда много интересного видишь. Мы оценивали, прежде всего, конечно, идею. Затем мы смотрели, как эта идея воплощена в материале, насколько интересно использован материал, технологии, насколько выражена форма, в сравнении с эскизом, насколько воплощена идея в материале уже. Это очень важно. Конкурс есть конкурс. Пришлось выбрать победителя, и он один. Следующая коллекция, которую вы увидите, это достойный победитель конкурса. Ride to goddamn horses. Ride up to the mother.